Друзья, всем привет, с вами Никита Дилей, мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свапа Agro Farming Simulator 19. Давайте, друзья, посмотрим, что у нас имеется и что нам нужно сегодня делать. Во-первых, друзья, поле. Не знаю зачем, но я засеял сюда рожь, поэтому ее сегодня логично надо убрать. Тут, в общем-то, все как обычно. Полянку с травкой тоже надо покосить и травку эту всю собрать. Далее, друзья, всю траву, которая у нас есть и которая будет собираться, нужно, в общем-то, забить этот сраный ферментатор полностью. А весь силос, который здесь есть, вывести, соответственно, на базу. На БГ у нас, друзья, пока что всего хватает, сюда мы ничего не повезем, точнее, силос. Тут еще на пару серий вперед это все дело можно оставить, и оно будет перерабатываться. Также, друзья, в прошлой серии мы с вами построили мост, и он построился. Но такой же непостроенный мост есть у нас с другой стороны, и поэтому сегодня надо сюда привезти стройматериалы и, соответственно, запустить стройку этого моста. Но самое, друзья, что замечательное, это то, что наши лошадки созрели, ну то есть уже выдрессировались, и теперь они прокачаны на 100%, и мы их, соответственно, сегодня продадим и заработаем кучу бабла. После чего, как вы уже догадались по названию видео, мы купим нефтеперерабатывающий завод и, соответственно, его запустим. Так что, друзья, погнали работать! Итак, друзья, техника расставлена, запускаем ее в работу. Как обычно, сначала комбайн, для него есть записанный маршрутик, поэтому просто запускаем его по маршруту, и он прекрасно будет работать. И в пару к нему отправляем нашего Джоника. У него тоже маршрут поле 07 база, запускаем по маршруту, и у него все будет норм. Вроде как они работают, соломку он нам отделяет, соломку потом соберем, она лишней никогда не бывает. Так что, друзья, тут все хорошо. Далее, соответственно, запускаем косилку косить нашу лужайку. Тут тоже абсолютно все как обычно, со стартовой точки по давно знакомому нам маршрутику она едет. И вместе с ней едет работать наша Вальтра, которая будет собирать, соответственно, эту траву сзади. И у тебя низкий уровень топлива. Так как же это все надоело. Ну ладно, у меня пока выключен, типа работник сам пополняет топливо, чтобы он не закончился. Я что-то все время забываю про это. Так, косилка улетела прям... в прямом смысле слова, и этот тоже поехал работать, все собирает, доехал до... А, я же лошара, я забыл поставить разные полевые работы, ничего страшного, все нормально. Далее, друзья, GCB-шечка. GCB-шечка у нас пойдет возить силос. Соответственно, он ее прекрасно загружает, точнее, ее силос, короче, прекрасно загружает, и все будет работать. Его тут осталось еще 760 кубов, так что это надолго, пускай ездит. Также, друзья, мы еще запускаем по курсплею работать вот этого пацана, правда, ему сейчас надо будет рисовать маршрутик. Но почему я его пригнал сюда? Потому что с прошлого раза у него осталось 10 кубов бетона, и сейчас мы его весь высыпем. Сюда надо 150 кубов, а прицеп у нас на 20. Соответственно, чтобы потом лишнего ничего не оставалось, мы высыпаем прям вот так вот сразу. Хоп, давай высыпайся. И теперь поехали на наш бетонный завод, замутим курсплей на доставку сюда бетона. Соответственно, бетона у нас сейчас, слава богу, хватает, уже его немало. Соответственно, загружаем вот это вот все дело и с этой самой точки начинаем запись маршрута. 2000 years later. Аллилуйя, это свершилось. Погнали, аккуратненько, медленно едем выгружать это все дело на стройку моста. Погнали. Да ладно, серьезно, он здесь забуксовал? Ну как так-то? Стал просто, все понятно. Ладно, мы-то его в принципе ручками-то подвинем, но надо эти точки все переписать, ибо не дело. Едем обратно. Теперь стираем все эти точки, которые у нас лишние, я не знаю, как их еще назвать. Ну вот так вот, я думаю, пойдет. И сейчас надо еще раз как-то аккуратно. Давайте с другой стороны тогда попробуем, что ли. Выгружаем сюда бетончик. И он не может здесь ехать. Ёшкин кот, ну как же неудобно сделали, однако. Ладно, мы немножко его переместим назад. И одну точку мы сотрем. Как-то вот так вот надо делать. И теперь вот таким вот крутым поворотом отсюда выезжаем. Надеюсь, это будет работать, я не знаю. Потому что, ну, неудобно здесь выезд, неудобная вот эта обочина, ничего не поделаешь. Ладно, в общем-то, едем обратно на ЖБИ.
И почему у нас нету точек старых? Тут они вроде как и есть. Что-то меня глюкнуло, ребята, простите. Я не знаю. Может, их не было, а может быть, я их не заметил. Так, ну и как-то вот так вот мы это все дело оставляем. Соответственно, выполнить количество рейсов, нужно ему их сделать 6. Вот здесь, вот, ладно, сейчас здесь должно будет появиться бетон. Или не появляется, или он пофиг, он возит то, что возит. Ну, короче, это дело работает, я не помню уже, как это было в прошлый раз. Он его возит, и слава богу. Если вдруг забуксует там на выходе, то, ну, не знаю, будем ходить поправлять. 6 рейсов ему всего надо сделать, здесь недалеко, так что это должно будет быстро произойти все. Далее, друзья, мы перемещаемся в магазин и продаем нахрен эту Татру, которая ни хрена не работает по курсплею. И, разумеется, заменим ее на Сканию, которая по курсплею работает просто прекрасно и будет нам возить всякие ништяки потом на продажу и так далее. Такс, Татра, до свидания, продать, да, 70 тысяч она стоит. И мы лезем в магазин, покупаем еще одну Сканию. Единственное, хочу я ее уже не оранжевой сделать, а не знаю, давайте тоже белая, пускай будет хром. Ее можно сделать хромовой, серьезно? Нет, спасибо. Давайте Silver Metallic, по-моему, вот будет норм. Цвет обода тоже какой-нибудь Silver, я думаю, будет смотреться более-менее. Движок можно, в принципе, не ставить помощнее. Денег жалко. Покупаем, в общем-то. 142 тысячи она нам обошлась. Ну и вот такая вот она симпатичная. Не сказал бы я, что здесь прям металлик. Ну и ладно. Соответственно, цепляем вот это все дело. И сейчас будем ставить на маршрут, чтобы возить траву на наш ферментатор. Так, ну как-то вот отсюда, наверное, надо будет все это дело начинать. Да, только единственное, сначала мы стираем старый маршрут, который у нас назывался трава-ферментатор. Ну его нахрен, он работал только с Татрой, там что-то какие-то смещения были. Соответственно, начинаем запись маршрута. И да, давайте сначала заполним траву. А, у нас ее, кстати, здесь и немного. Ну и погнали, надеюсь, это все говно будет работать без проблем. Ну, вроде как вот так вот все и должно работать. Проверяем, ставим сюда загрузку трава. Во, трава есть, запустить по маршруту, заполнение видит и заполняется. Это замечательно. Главное, что попал, грубо говоря, под триггер, потому что здесь не очень удобный заезд сделан. И раз это дело работает, то, соответственно, трава, ферментатор, новый маршрут у нас появляется. Трава, ферментатор. Ферментатор, да, все правильно написал я, какой молодец. В общем-то, этого пацана тогда тоже оставляем работать и пускай работает. А мы же, друзья, тогда переходим к строительству моста, то есть мы-то его уже начали, по крайней мере, бетон туда возится, и, кстати, бетон, маршрут работает нормально. Вот, кстати, наш лес, кому интересно, видимо, после следующей серии его можно будет уже нахрен пилить. Трохи уже подросли сосенки, но мне кажется, еще рановато. Подождем еще 2 дня игровых, и после следующей серии займемся распилом, или перед серией, там, не знаю, посмотрим. Но, в общем-то, наша задача забрать отсюда брус, и забрать его отсюда нужно 15 поддонов. Как и в прошлый раз. Поэтому давайте-ка выгружаем это все дело. Брус максимум создать 5 поддонов. Вот они есть. Зачем, я не понимаю, только я Сканию именно туда поставил. Ну ладно. А ну-ка перегоняем все это дело. И можно, кстати, сделать еще вот так вот. И включаем автозагрузку. И погнали это все дело туда паковать, скажем так. Вот так вот вроде они как даже прыгают. Вопрос, создаются ли они. Ой-ой-ой, не то нажал. Биогаз не надо закупать. Да, создать 5 поддонов и создать 5 поддонов. И они все должны были запрыгнуть. Слушайте, круто, сразу все это запрыгнуло. Тогда отключаем автопогрузку, закрываем вот эти бортики и погнали отвезем это все дело на стройку.
А, здрасте. А мы приехали. Так, я надеюсь, мы сейчас не потеряем каким-то чудо-образом поддончик один, как в прошлый раз-то случилось. Давайте-ка сторону загрузки. А чё она не меняется, сторона загрузки? А, меняется. Просто на траве ни хрена не видно, я понял. Разгружаем. И сейчас аккуратненько все это дело надо позакидывать. Вот. Выбрался, еле выбрался. Так, все, давайте, короче, закидываем это, чтобы еще не мешать ману, которая сюда возит и привозит эти самые... Бетончик. Ну что, как-то так. Брус есть, бетона еще один рейс осталось сделать нашему ману. Блин, обожаю, когда вот так вот все работает. Сейчас, друзья, я, чтобы вас не мурыжить, съезжу в карьер за песком и гравием побыструхе. И мы встретимся уже после того, как здесь все будет готово. Слава видеомонтажу, что называется, друзья. И, в общем-то, у нас все привезено, поэтому можно спокойно запускать стройку. Нажимаем кнопку «Начать», и оно пошло строиться. И в следующей серии у нас здесь будет мост, соответственно, можно будет замутить всякие курсплейчики на доставку цемента, песка, гравия на бетонный завод, потому что я задолбался вручную его возить. Так что в следующий раз замутим курсплейчики. И пока я катался, у нас закончила... работать вот это вот бодяга. Соответственно, мы ему маршрут прерываем и оставим его жить здесь, потому что это самое лучшее место, чтобы хранить этого мана. Он нам понадобится только для того, чтобы возить бетон на всякие стройки предприятий. Продавать бетон, наверное, я не буду, это не самое выгодное занятие. Да и тем более эта штука не продает его. Он по курсплею не может нормально задом ездить, увы. А также закончила работать у нас косилочка, поэтому мы маршрут ей прерываем, складываем и просто отгоним пока что куда-нибудь, чтобы он не мешал. Я уж потом буду заниматься всякой этой расстановкой техники. Поле, кстати, осталось убирать не так уж и много, уже больше половины они сделали, тут пару проходок, в общем-то, и все, будет готово. И сила, соответственно, уже 2/3 отсюда вывезено было, так что этот тоже скоро закончит. А мы, друзья, тогда переходим к самому интересному, это продажа лошадок. Почему самому интересному? Потому что кучу бабла нас, соответственно, сейчас ждет. Мы их продаем и сразу же покупаем на это же место новых, в общем-то, как обычно. И вуаля, друзья, 2 миллиона 400 у нас на балансе, по 720, по 710 тысяч мы с каждого загона только что сняли, если быть прям совсем точными. Соответственно, все, что мы им накидали пожрать, оно осталось в загонах, только здесь новые лошадки у нас появились, и, в общем-то, через опять-таки десяток серий, ну не десяток, сейчас мы по 2 дня между сериями мотаем, через пятюню, наверное, да, через пятюню серий мы, соответственно, опять это все дело провернем. Но, друзья, так как у нас есть кучу бабла, мы купим нефтеперегонный завод. 1 800 000 он стоит, 1 900 000 почти. Мы его покупаем и, соответственно, посетим. Посмотрим, что у нас тут да как. А у нас здесь две линии, причем независимые друг от друга. Соответственно, производство полимеров можно пока что выключить, нам это пока не надо. Нам надо будет переработка нефти в дизельное топливо. Сюда влазит 1 000 000 нефти и на выходе 500 кубов. Дизеля, 500 кубов мазута. Мазут вроде как продается, причем по неплохой цене, если мне память не изменяет. Да, он 1500 на транспортной компании. Нефть у нас нигде не продается. Ну, в общем-то, в первую очередь нам нужна соляра именно для того, чтобы заправлять свою технику. Но, скорее всего, ее будет производиться столько, что она пойдет на продажу. И, разумеется, друзья, нам тогда нужно перейти в магазин. Нам нужно купить вот такую вот бочку для перевозки нефти. Мы ее покупаем за 65 тысяч. И хорошо, что я сразу пригнал сюда Сканию. Логично, да? Едем за нефтью, дабы запустить нефтеперерабатывающий завод. А мы, кстати, друзья, давайте еще посмотрим, что у нас по нефти. Нефть у нас 120 кубов на каждой вышке. Да? Да. Ну и, соответственно, биогаза нету, потому что я его сюда довольно редко подвозил. Давайте тогда мы один прицеп сейчас с первой вышки загрузим, а за кадром я уже перевезу все остальное. А может быть, потом проведем стрим, где я буду возить все это дело. Нефть, давай, грузись. И да, и оно опять долго грузится.
Аллилуйя, это случилось, это свершилось, повезли это все дело на НПЗ. Ну что ты, падла, уже не работаешь, что ли? Режим работы круглосуточно. Дверь не открывается. А, дверь надо открыть вручную, я понял. Я уже тут напридумывал себе всякого разного. Ладно. Так, здесь дизель, мазут, а нефть... А, нефть у нас вот с другой стороны, да, выгружалась. Я уже совсем забыл, давненько я здесь не был. Еще с 17-й фермы я не был здесь. Выгружаем это все дело. Вот выгружается, кстати, быстро. Это хорошо. Люблю, когда быстро выгружается. Соответственно, переработка дизельного топлива у нас пошла. 5000 литров в час у нас перерабатывается. Друзья, за кадром или же на стриме мы это все дело забьем полностью. Точнее, не полностью, а вот сколько нефти у нас там есть на вышках. Всю ее сюда отвезем. Ну, и насчет остальных производств. Стримы, кстати, друзья, у нас переезжают на другой канал. Ссылка на него есть в описании. Стримы теперь будут там. На этом канале стримов не будет. По крайней мере, в ближайшее время точно. Так что подписывайтесь туда и на этот канал тоже подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. На колокольчики нажимайте там-сям. Вступайте в группу ВКонтакте, там уведомлялки о всех стримах и ссылки на них. Там все есть. Игру, ссылка на группу ВКонтакте тоже есть в описании. Или же можете присоединяться к нашему серверу в Дискорде, там тоже... Все анонсы, все всегда есть, и ссылка на это дело тоже есть в описании. А еще, друзья, не забывайте про лайки и пишите ваши комментарии. На этом, друзья, я эту серию закончу. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.